10 seconds remaining. Доброй ночи, дорогие друзья. У микрофона Друг. Это студия Игрокам ТВ. Мы начинаем трансляцию ответного матча между Empire и коллективом MVP Phoenix. Вот такая вот незадача случилась на первой игре. Команда Empire сливает первый матч своим оппонентам. Эта игра, по сути, решает, кто пройдет в восьмерку лучших. Заработает уже 800к, просто победив в данном Best of 3. И кто вылетит на грани в 200 тысяч долларов. Тоже хорошие деньги, но на фоне 800, знаете ли, есть за что побороться. Команда Empire первый матч проиграла. MVP Phoenix очень слаженно и хорошо действовали. Причем забрали себе MVP Phoenix как раз то, чем умеют играть, чем играют достаточно часто. Ну и Phantom Lancer от MVP Phoenix. Ну и что теперь делать? Теперь брать антимага команде Empire. В принципе, Silent отыгрывал на данном герое, но мне кажется, антимага не дадут взять здесь никоим образом. MVP Phoenix прямо сейчас будут его банить. Гирокоптер в бане, конечно же. В бане Ember Spirit, но это все от Team Empire. Джаггер в бане, Квапан, Нага Сайрон и Дазл. Ну и здесь Лишрак, Гирокоптер, Ember Spirit и SF. Ну и Team Empire, по идее, должны избавиться от мидера, так и есть. Они убивают Шторм Спирита, и следующий бан от MVP Phoenix, я практически уверен, что это антимаг. Silent One, скорее всего, не достанется. Ну, ситуация непростая, конечно, у Team Empire. Тут имбовый ПЛ, как ни крути. Конечно, Spirit Breaker, Bounty Hunter постольку поскольку. Ведь Доктора тоже законтрить можно, и Темпларка это делает. Но вот ситуация нелегкая с ПЛом. Если ПЛу дать расформиться, то вывести такие катки, в принципе, невозможно. Поэтому надо будет брать то, что либо с Пейлом будет на равных бодаться, либо Пейлу не даст вообще выфармить в принципе. Разора банит MVP Phoenix, ну и почти уверен, что антимаг у Team Empire. То есть такой себе план Б. Я видел уже, как антимаг в соло Пейла разваривал. Такое было, поэтому есть вариант, наверное, и сейчас. Ну и думает об этом Resolution 100%. Ну кто еще вторым вариантом может зайти? Рейс Кинг, например, под Андайн. Антимаг, все-таки антимаг. Подхил будет, но и здесь просто битва титанов. Фантом Лансер против антимага. Темплар Ассасин против, давайте смотреть, кого. Ну, Сайленсера не будут же пикать MVP Phoenix. Это же невозможно в их исполнении, я надеюсь. Кто еще остался? Квапа, Лина есть еще. Вот Лина, пожалуйста, вот MVP Phoenix. Кио забирает себе Лину. Фени будет играть на Фантом Лансере. Марш — это Спирит Брейкер. Фэби берет себе Баунти Хантера. Ведь Доктор — это Нац. И со стороны Team Empire Resolution забирает себе Темплар Ассасин. Undying — это Йоку на сложную. Туска, Лоха, Дэнс, Always on a Fly — это Бэйн. И Silent — это антимаг. Тут, знаете ли, хрен знает по поводу пика. У кого жестче, у кого не жестче. Что тот пик убойный, что тот. Правда, Undying Tusk — вот это хорошая достаточно история. И Бэйн — очень приятная вещь. То есть с ПЛа контрить, ловить можно будет. И степень контроля тоже будет иметься. Но для этого, конечно, надо организовать всю доту настолько правильно, чтобы не оставить вообще шансов команде MVP Phoenix. Но тут, я думаю, Empire должны быть заряжены. Они в одном шаге от вылета. У них самая критичная ситуация за весь турнир. Сейчас проиграть, и все. И можно ехать домой или просто смотреть с попкорном на этот турнир. Не для этого Empire приезжали, это вам точно говорю со 100% вероятностью. Fly, Aloha, Dance уже на топ-руну. Здесь стоит Resolution на темпларке. Ну, темпларка от Resolution тоже достаточно классическая схема. Йоку пока ничего не качал, вард поставил. Ну, недалеко поставил вард Йоку. Сюда заходить не стал, здесь уже ждали его уже, естественно, ПЛ. Конечно же, без саппорта никуда. Ну и антимаг от Сайлента. Фэби в инвизе здесь. У него несколько вардов. Фэби сейчас будут эти варды здесь тыкать и контролить ситуацию. Пропинговали, уже знают, где находится антимаг. И нарисовали игроки команды MVP, где находится Team Empire. Все, Алоха Дэнса увидели, хотя здесь хайграунда, по идее, должны были увидеть. Но вроде как увидели.
Видят Алоходенса, игроки команды MVP. Это вот их вижен. Ну и у Team Empire вот такой вот вижен. Они тоже увидели прекрасно. Phantom Lancer, Resolution забирает руну на топе. Кио забирает руну на нижнем лайне. Ну и поехали. Все, крипы пошли. Это матч либо решающий для Empire, либо матч, который дает шанс выходить дальше. И шанс бороться за выход в восьмерку сильнейших. Алоходенс вместе с Йоку и Антимага отправили в соло. Ух, ё-моё, а. Бэйн срочно туда. Хотя в соло против Spirit Breaker Антимаг может постоять. Сайлент тут должен просто превзойти вообще все ожидания и себя превзойти. Сайлент должен ответить за прошлый матч, который команда Empire слила, ну, несправедливо для себя, для вообще для того пика, который у них был. Уже напиливает по маршу здесь Сайлент, у него есть мана-брейк. Марш уже у нас без маны, кстати, проходит баш. Ну и без маны марш. Ну и еще один баш по Сайленту. И марш с Healing Self тоже здесь. Ну и Сайлент пошел фармить дальше. Spirit Breaker юзает Healing Self, но маны-то у него не будет. Поэтому Charge of Darkness здесь уже отсутствует по дефолту. Даже на втором левеле. И дальше, по идее, Сайлент может напиливать по маршу. Дамаги здесь 66, здесь 54. Конечно, у Сайлента в этом вопросе траблы. Ну и у Spirit Breaker хп поболее будет. Так вот стоять кулаками рубиться сложновато. Резолюшн лоу хпшный уже. У Резолюшна траблики происходят. Фэби здесь. Никуда отсюда не уходит. Фэби разбивает руну. Ой, не у руну, а разбивают вард игроки команды. Мэппи Феникс. Radiant's top tower is under attack. Get back. Так, лоу хпшная Алоходен здесь пытается отхилиться, доппельгангер на него, Фэби его дорезает. А с другой стороны, кто не Алоха, да? Кто как не Алоха на ходу? Йоку в это время не умирает, но Йоку хотя бы и не подходил туда. Ну и возвращается назад к Фене здесь. Йоку под... далековато, конечно, зашел. И Нац здесь, и к Фене. Ну, к Фене нет маны в принципе, у Наца есть мана, но одной маной Наца здесь не вывести. Always on a fly, за маршем. Наплевывают по крипам, постольку, поскольку, ну, без особого дэмэджа. Фэби просто мешает жить Резолюшн. У него есть рефракшн, и Фэби под хостой. Ой-ой-ой-ой, как Резолюшну больновато-то здесь, а? Резолюшн через кусты отпиваться, что-нибудь выдумывать. Дальше бежит от Фэби, ну и здесь неприятность полнейшая. Фэби просто в соло разрывает Резолюшна. У Фэби нет Сюрикен Тоса, это плюс, конечно. Ну и заманивает дальше Резолюшн своего оппонента. Все, догнал Фэби Резолюшн до того момента, что ему надо просто идти на собственный фонтан регениться. У Кио в это время халява получается. 11 на 7 у Кио, у Резолюшна 6 на 4. Йоку здесь. Йоку Дикею, Йоку Томпстоун еще не качался даже. Йоку пока ничего не качал в принципе. Третий левел уже Йоку. Дикей можно и в 2, я думаю, прокачать. Ну и Soul Reap качает, и качает Tombstone. Тут по ситуации решил отыграть. Aloha Dance на туске первый левел. Пошел тырить экспу. Над за ним. Ну и у Кфени уже мана отрегенилась. Третьего левела Кфени. Марш здесь по флаю. Сайлент, займись им. Что это такое? Флай с брейнсапом, с Найтмэром. Маны хватит и на то, и на другое. Но пока не трогают. Фармит, просто фармит Сайлент. Тут очень важно Сайленту фармить. 18 на 5. У него топ нетворс на карте. Топ крипстат на карте. По нетворсу первое место у Кио. Он остался налегке здесь. И Кио пока что первое место по фарму. Но пока гуляет, Сайлент может его и обогнать. Резолюшн вернулся на мидлейн. Резолюшн фармит. Нет. Резолюшн, траблы, траблы, траблы. Где-то недоконтроливает Резолюшн. Забирает крипов своих, когда надо забрать чужих, потому что деньги в конце-то концов. И Резолюшн уже с тапком, уже с батлой. За Алоходенсом. Спиритланс пошел по нему. Йоку с тамбой. Тут можно начинать файт. Нет, Йоку просто дикеем отгоняет от своего оппонента. И Фэби уходит из-под табра. У Йоку уже 15 на 4. Как там дела у Фантом Лансера? 16 на 2. Йоку фармит так же, как фармит Кфени на Фантом Лансере. А это хорошо. Это совершенно хорошо. 24 на 8 у антимага. Марш убежал. Куда ты делся? Где ты? Марш на своем собственном фонтане. Наверное, куда-то сейчас выберется. Марш.
Выбрался Маш, разгон на Сайлента. У Сайлента уже есть Ring of Health. Сейчас появится тапок. Сайлента сейчас будет тапок. Марш бежит на него. Сайлент приобретает тапок и будет драться с Маршем. Нет, будет резать крипов Сайлент. У него другая задача. Марш с тапком. Марш нормальный. Мув спид имеет 350. Здесь 365 у антимага. Антимаг в порядке в этом вопросе. Так, Резолюшн проседает по ХП. Резолюшн на медлейне. Рефракшн в последнюю секунду. Юзает Резолюшн. Ну и здесь Орб вином чуть не уничтожил его. Флай в Найтмэр отправляет Кио. Флай просто бежать через кусты как можно дальше. У Кио есть задувка второго левела. Ох, на соплях здесь действуют, что одни, что вторые. Пока 1-0 выигрывает команда MVP Phoenix по голде. В плюсе MVP 300, по экспириенсу 500. Ну и по голде более 500 тоже. Резолюшн пока просто бегает. Тут Кио очень собранный. Вообще Кио очень скилловой чувак. Тут с этим никак не поспоришь. Йоку, тамба второго левела. У Йоку уже есть аркан Буцы. Вообще по артефактам, что здесь интересного? Бейн голый. У Флая ничего толком нет. У Андаинга мы видели, у Темпларки скоро появится Power Threads. Ну как так, Резолюшн, как так получается? Ну тут просто нервы уже, видимо, учитывать стоит. Резолюшн просто в соло крипа, стоя без каких-то противников, умудряется не доконтролить. Как бы это не задизморалило сильно капитана команды Empire и безусловного лидера команды Empire. Йоку продолжает фармить 29 на 8 у него. Он только чуть-чуть проигрывает линии. 38 у Сайлента. У Кфени 26. Дальше Резолюшн. По идее, по фарму Empire повыше. Хотя вот 400 с чем-то по голде MVP выигрывают. По экспириенсу 400 тоже в пользу команды MVP. Резолюшна будут ловить. Надо мансить. Рефракшн провязал Резолюшн. Уходит под тавер. Ну и Рефракшн в вопросах... дефа тут у Резолюшена вывозит абсолютно всю дамагу, которую MVP могли бы в него вложить. Резолюшен 2 в Си-Блейд, Рефракшн 3. Кьюо 6 левела. Маны нет на Лагуна Блейд. Резолюшен уходит в кусты, и в Рефракшн уходит Резолюшен. Кьюо дальше за ним, и Фэби в обход. Конечно, неприятность. Резолюшен знал бы, наверное, не полез. Кьюо пошел дальше. Курьер прилетает сюда. По курьеру-то Вижн должен быть. Да, увидели, что курьер летит, значит, кто-то здесь есть. И Резолюшн опять идет на собственный фонтан. Что ты будешь делать, а? Прилетает на нижний лайн Марш, и Кио тоже здесь. Центральная линия освободилась, Фэби. В это время фармит четвертый левел он. Как там Йоку поживает? У Йоку третьего левела Томпстон. Soul Reap и Дикей по одному. И файт на нижнем лайне. Always on a fly, лох ХПшный за Маршем. Выбрался Сайлент. У него есть Mana Void, но его оставляют в покое. Погоня дальше за Кио. Ну, где-где-где? Где трэп? Трэп по Кио начинает нарезать Сайлент. Ну и прям под ноги себе лайтстрекеры. Это несложно было. В это время у нас, кстати, погибает Йоку на сложной линии. Под тамбой все бьются. Тамбу распилили. Каски полетели по Алоха Денсу. Спирит Ланс тоже на него. Ну и Квенни дальше по тавер. Да будет просто выбираться сейчас команде Empire из глубочайшей дыры, в которую они ныряют. Так, в это время под тавером Резолюшн за Кио. Кио развалили. Бейн забирает Лину, и у Бейна сразу деньги хотя бы на тапок появились. Резолюшн на хосте. Бежать отсюда 2-3 счет. 1100 голды за... И Марша убили. И Марша здесь тоже убили. Сайлент забирает первый фраг для себя. 2 в 0, по сути, подрались на нижнем лайне. Да, потеряли Йоку, но не умер Алоха Дэнс, что тоже примечательно для команды Empire. По голде проигрывали 1600, сейчас 1000. По экспириенсу с 1500 до 500. Ну и здесь тоже чуть более 500. Марш, ну просто, Фэббит просто уничтожает, конечно, Резолюшена морально. Кио дальше за ними, выталкивают его. Незер Страйк по Резолюшену и убивает Резолюшена. Просветку на всякий случай проюзали. Но Резолюшена тут контрят как только могут. Всей тимой, такой хейт в его сторону. 505 по голде, 590 по экспириенсу за него. Лоха Дэнс попадает под лайтстрекер. И что это такое? Я не понимаю. Я отказываюсь вообще это понимать. Почему так? Почему не вот так? Почему через тауэр? Там один, там второй, там инвиз. Почему? Это игра за вылет из турнира. Как это вообще возможно?
Silent дальше фармит 68 на 22, очень сильно обгоняет своего прямого конкурента Phantom Lancer. Но антимагу, мне кажется, больше надо, чем Пейлу. Потому что Пейлов, в принципе, больше, чем антимагов на карте будет. Восьмого левела уже антимаг, здесь восьмого левела Phantom Lancer. Вообще, по нетворсу давайте глянем. На первом месте Silent, причем с приличным разрывом. На 1000 обгоняет он Квени и на 1100 обгоняет Кио. Дальше идет Резолюшн. Резолюшн проигрывает на 500 своему оппоненту по мидлейну. Втроем игроки команды MVP Феникс на мидлейне. Фэби уже шестого левела. Трек повесил на Резолюшна. Алоха Дэнс четвертый, почти пятый. Always Wanna Fly пятый. Silent практически девятый левел. У него уже есть Персеверанс. Так, видят Фэби. Врыв пошел на него. Просветка. Маш врывается сюда. Фэби лоу хп-шный. Ну, здесь Алоха Дэнс просто по трекам сейчас нафидит. Или Резолюшн, или кто-нибудь нафидит. Йоку приходит сюда, ставит тамбу. Дезвард пошел от Наца. Ну, Наца никак не остановить, как я понимаю. И, в принципе, минус Фэби сделала команда Empire. Но потеряла мидлейнера и потеряла одного своего саппорта. 1270 голды. Охренеть просто. А чем Нацу сбивать Дезвард? Это должен Бейн делать, но флая здесь не было. Это Найтмэр должен быть от Бейна, но пока что, конечно, из рук он плохо все выходит у команды Empire. MVP 1.5к по золоту и по экспириенсу 1200. Тоже в пользу Most Valuable Player. Сайлент перемещается в лес, к нему смещается Фэби, но это просто супер геморройный тип. Он не оставляет тебя ни на минутку, он постоянно ходит где-то рядом, мозолит тебе глаза. Марш сейчас выбежит на антимага, антимаг прыгает у нас на Марша, Марш без Незерстрайка, на подхил сюда за Сайлентом, Сайлент упрыгивает в кусты. Здесь уже Йоку, подхил пошел по Сайленту, еще один ТП сюда. Какие долгие сейф ТП на самом деле. Always Wanna Fly здесь, уворачивается Undying Cut Light Strike Area. Silent low хп-шный, чем его хилить, пока непонятно. Ну и разгон пошел за Йоку. Йоку ставит тамбу по дороге, все это под тавером. Где в это время Резолюшн? Резолюшн на мидлейне, Резолюшн сюда не перенесется. Йоку развалили, Дезвард пошел от Наца. 9-3, Silent отходит. Сайлента не потеряли, но потеряли всех, кого только можно было, кроме Резолюшена и антимага от Сайлента. Дальше фармить. У него других вариантов нет. Если Сайлент не выфармит, фармить больше некому. Темпларка на 13-й минуте с ПТ и батлом. Темпларка на 13-й минуте на 6-м месте по фарму. Второе, третье, четвертое и пятое места, соответственно, за игроками команды MVP. Алоха Дэнс 931, Always Wanna Fly 1300. Мало, невероятно просто. Темпларке нельзя подставляться. Если она будет подставляться, то там просто, ну, ракотека начнется полная. По фарму пока Team Empire отстают невероятно от своих оппонентов. Уже 6к проигрывают, уже 4к по экспириенсу. А куда Резолюшн? Зачем Резолюшн бегает здесь? Ему надо фармить, это все понятно. У него 1000 голды на руках. Надо фармить. Но главное, кому надо фармить, это, конечно, антимаг. Бродсворд есть. Осталось 400 голды с копейками до приобретения Battle Fury. Сайлент нарезает. Флай рядом. Флай 6 левел. Так, здесь Фэби проходит. Поставили Сентрик. Должны видеть Фэби. Сайленту не надо туда врываться. А зачем? А зачем сюда? Ну, видели же, что трек бросили. На кой черт это... А как это называется, ребята? Ё-моё. Что это? Сайлент прыгнул пофармить или как? Я не понимаю. Может, у них вижен... Ну, у них понятно, что вижена меньше, чем у меня на данный момент. Но куда Сайлент прыгнул? Что это было? Вообще просто неясная ситуация. 3.11 по голде. Empire проигрывают 7500. По экспириенсу они проигрывают 5к.
Эмпайр собираются по мидлейну. Silent в это время отдалил свой Battle Fury. У Кфени уже есть Boots of Travel. Magic Wand, Ring of Aquila. 10 левела он, 10 левела Silent. Копье в него. Надо резать иллюзии или уходить хотя бы. Это время на мидлейне пошел замес. Йоку ставит тамбу. Развалили быстренько Фэби. Дальше файт за Маршем. Резолюшн нарезает у нас по спиритбрейкеру. Марш лоу-хпшный. Марша должны же добить в конце-то концов. Еще один удар. Марш в таверну. Дезвард на хайграунд от Наца. Ух, какой охренительный Дезвард на самом деле. Сейчас то будет все. Резолюшн сноубол за Наца. Нац лоу-хпшный. Нац умирает. Сайлент сюда. Минус 4 от команды Empire. 7-12. Дальше за КПИ. Фени просто надо ловить или что-то с ним делать. Фени, отходи отсюда. Вот это валидольный файт. А Сайлент приобретает себе вонючий клеймор. Наконец-то готов Battle Fury у антимага. 7-12 счет по голде. 3К по экспириенсу 3800. Тут Empire, конечно, нормально отыграли. И очень круто Туск сыграл. Этот сноубол зарешал невероятным образом. Появляется шанс для антимага выфармливать гораздо больше, чем это делает на данный момент Феня. Он наступает на пятки Сайленту. Phantom Lancer в это время забирает Йоку. Под Т2 залазит команда MVP. Resolution файтится. В Snowball все побежали за Маршем. Марша должны убивать. Valor Spunch по нему. Марш лоу хпшный. Его выхиливают. Ай, Light Striker и по Resolution. Resolution в таверну. Алоха Дэнс лоу хпшный под треком. Где в это время Silent? Silent тут даже близко туда не надо подходить. Под Т2 уже загоняет команду Empire. 15-7 становится счет. Флай не подходит. Сайлент не подходит. Сайлент фармит. У Сайлента сверхзадача одна простая. Выфармить больше, чем команда MVP. Пока что с этим сложно справляться, но Battle Fury есть. И, в принципе, есть свиток портала у антимага, если пойдет команда MVP на ХГ. 17-я минута. Команда MVP сносит Т2 по мидлейну. Выйдут за Сайлентом или нет, но это будет задача Марша. Марш уже побежал. Марш побежал на крипов, Сайлент перемещается в собственный лес. Так, у него Ring of Regen есть, Ring of Basilus есть. Тут до Владмира немного осталось, но тем не менее. Резолюшн, как бы хорошо было, чтобы Резолюшн выбрался из глубины вообще, на которую нырнул он. У него 5400 нетворс, просто жутчайший вообще. 340 ГПМ у Темпларки, это невозможно плохо. Баклер у Йоку. Йоку хедреска. Рецепт пока еще. Не сама хедреска. До рингов реген надо дорасти. Ульты все есть у команды Empire. Я не думаю, что есть смысл файтиться, но они думают иначе. То ли байт на антимага, то ли непонятно что. Команда MVP. Фэби в инвизе. Сейчас будет врыв на Сайлента. Уже разгон на него. Бежит Марш. Сайлент должен понимать, что бегут за ним. Вытягивает Марша на себя. И Сайлент уходит. У него готов Владмир. Резолюшн под смоком. Смок с него спадает. Если что, даггер у Резолюшна есть. Фракшн на Резолюшна. Сразу же трек подсветили. Это, конечно, печаль, этот Баунти Хантер. Айшард по всем. Прохарасить, проверить, где что как. Резолюшн уходит на топ-лейн. Здесь, кстати, крипы прут очень даже в большом количестве. И команда Empire вытягивает на себя MVP, чтобы какое-то пространство для фарма тому же Резолюшну сделать. У Риза так необходим БКБ. Просто невероятно. Первый раз, когда не хочется мне видеть никаких дезоляторов на темпларке. Тут Black King Bar просто must have, потому что вот, потому что вот, потому что вот, вот. Ух, каски эти, это просто жуткая печаль. Команда Empire. Неужели пойдут на Рошана драться? Пойдут, но здесь есть все ульты. И никто там сильно и не бит. Выхиливает всех нац. Алоха Дэнс. Ну что, проверяет Айшардом. Проверил, сколько там ХП. Алоха Дэнс, лох ХПшный. Тамба на хайграунде. Пок Фени, остановите кто-нибудь наца. Так, минус нац или нет. Нац продолжает жить. Наца здесь пилят муми. Нац, по идее, должен умирать. Кью лох ХПшный. Резолюшн тоже лоу хпшный, Марш лоу хпшный, все лоу хп, но почему-то никто не умирает. Нац погибает, Марш, наконец-то, Марш отваливается, отваливается также Кьюо. За Фени здесь просто миллион всех, Йоку пытается подстопить, Фени должны убивать. Трипл килл уже от Йоку,
Ультра килл от Йоку, минус 4, марш, приходи сюда. Марш прибегает сюда, Алоха Дэнса растоптали. Йоку дальше за маршем, резолюшн прячется в мелт. Так, дальше напиливают Йоку, неужели рампага? А Сайлент, помоги ребятам! Сайлент забирает еще один килл, это минус 5 от команды Empire. 13-17, просто бежать отсюда Undyne. Фух, Undyne уходит, минус сколько? Минус 6, если я не ошибаюсь. Случилось от Империи. 4 100 по голде, 6 100 по экспириенсу. Какая крутая реализация Undyne получилась. У Йоку сразу готова Мекка. У Йоку 1200 сверху. А сколько там... я не увидел, сколько по фарму заработал. Ну и сразу немножко дела поменялись. 7к у Резолюшена. 7700 у Кфенис. 7800 у Кьюо. 11000 у Антимага. Battle Fury есть. Готовый Яша для Сайлента. Так, по артефактам пробежимся. Наверное, давайте с MVP начнем, чтобы поохать-поахать. Есть Point Buster, Point Booster у Наца, есть у него Ogre Club. Это, конечно, головная боль в файтах дичайшая. А с Аганимом я боюсь представить, что там будет. ПЛ пока без Diffusal. Вот Феник загнали, это приятная новость. Есть у него Арк... Да блин, что-то есть, короче. Говоря, диффузов нет, и это главное. Есть Soul Booster уже для QO. Он будет в Bloodstone выходить, как я понимаю. У Фэби есть Guardian Грифс. Ох, заноза, ловят Фэби. Прям под вардом пробежал Фэби, Алоха Дэнс, Валрус Панч по таймингу. Приземляется Фэби, Guardian Грифс от него, ну не должны отпускать. Все, разорвало его Бэйн брейнсапом в конце. Разгон никто никуда не организовал, все, забрали просто Фэби, заработали на 580 голды. Ну и убегает отсюда Марш. Марш вниз, или вверх, или куда он там побежал. Так, ну и Марш от Spirit Breaker от него. Медальон в Кураж есть, Урнов Шадоус есть, Пурман Шилд тоже от него. Все, теперь по Team Empire. Антимаг. Яша есть, 1400 на руках. Battle Fury, Владмир, Аэго тоже у него. Кстати, Аэго есть у АЭМа. А это плюс безусловный. У Туска ни хрена вообще, Алоха Дэнс просто с ПТшкой. Ну и это неплохо. Йоку на Undyne. Мека есть, Аркан Буцы есть. Наверное, Guardian Грифс, потому что ждет Undyne тут ситуации. Always on a fly тоже. Ну, такая бичатня происходит по фарму здесь. Boots of Speed и все. И на этом больше нифига. Прыгает Сайлент. Прыгает на Кфене. Подсветили Сайлента. У Сайлента есть Аэго. Начинает нарезать по иллюзии. Ну и упрыгивает антимаг. Пошел замес в лесу команды Empire. Дезвард поставили, Тамбу поставили, прячутся, кто куда, Always on a Fly отправляется в таверну, Нац лоу хпшный, за Кьюо погоня, Кьюо после Вальдурс Панча приземляется, еще раз кастовывается, минус 2 уже от команды Empire, своих двоих потеряли, Тамбу развалили, Кфени начинает драться, ну и здесь 2 в 2 размен. Размен 2 в 2, дальше бежит Сайлент по трекам, ну не догонит, не догонит, Сайлент фармит, у Сайлента 1800 уже на руках. Тауэр надо оставлять Сайленту, тут просто must-have Манта-стайл. MVP больше здесь заработали, антимаг уже приобретает себе Ultimate Torp, если не приобретает, то пора. Так, разгон пошел на Резолюшена. Сайлент прыгает на Фэби дальше, теперь по Маршу нарезает. У него нет манабрейка, манавойда точнее. Ну все, Фурман Шилд продать, купить Ultimate Torp. Потом можно и пофатиться. Сайлент подсвеченный, он это прекрасно должен понимать. И АМ отсюда уходит. Тут судьбой играться вообще никоим образом нельзя. Империя отыгрывает 10к по голде. Чей? Конечно же, Radiant Courier. Конечно же. Чей еще? И кто это сделал? Да, конечно же, Фэби. Нет, это Кфени сделал. Потеряли Курьера, а Курьер нес медальон кому? Йоку. Йоку планировал в инвиз у нас. Научиться уходить. Glimmer Cape уже был готов для Йоку, но не судьба. 2.40, не будет Курьера. Придется ходить руками себе все носить. Манта-стайл у антимага сейчас будет уже готов. Фармит, конечно, очень круто. Сайлент, он перефармливает на 4000 своих оппонентов, ближайших. Это Кфени, в частности. Наца можно было бы и запилить. Хоста для антимага. Антимаг прыгает на ХГ. За ПЛ можно попробовать. Видит ПЛ, сейчас будет разгон на антимага. Антимаг прыгает на опережение по ПЛ. Доппельгангер от него, и антимаг отсюда уходит. Все, побежал дальше фармить. Сайлент, 300 на руках. Может, даже есть смысл подумать о каком-нибудь баттерфляе достаточно раннем. МКБ здесь просто некому собирать вообще. Фантом Лансер уже с Diffusal Blade'ом. У Спирит Брейкера появляется Solar Crest. Антимаг забирает еще и Тауэр на топ-лейне. Сайлент.
делай вещи. Антимаг 4К есть, Монтастайл в любом случае нужен. Никуда от него не деться. Продал Пурман Шилд Сайлент. В лесу Алоха Дэнс во вражеском. Так это нормально, это классика. Так должно быть. Алоха Дэнс, в принципе, славится этим. Пойти во вражеский лес, это он умеет, часто практикует. Пока проблемы у команды MVP Phoenix по экспириенсу, но по фарму они продолжают еще идти где-то на позициях в ноль. Я вроде как камбэк, конечно, от Empire очень крутой случился. Лина с Бладстоуном. У Лины есть Юл. Так, артефакты, артефакты, артефактики. 1000 голды остается Вич-доктору до приобретения Аганима. Фантом Лансер, Diffusion Blade есть, Ring of Aquila, Boots of Travel, Drum of Endurance. Ну, всего по мелочи у Пейла, ну а в целом, конечно, совсем не мелочно. Так, Курьера Дайров развалили. Гем забирает команда Empire. У антимага Гем. Йоку, где тамба? Пора уже. Ставит тамбу Йоку, Always on a Fly будут разменивать. Тамбу быстренько иллюзиями разбирают, поднимают Алоха Дэнса. Сноубол через 2 секунды, КО через фулл раскаст Алоха Дэнс. Сноубол не прячется. Минус 2. Фени забирает двоих в этом файте. Вот это подарок. Офигеть просто. Что там? Курьера зато забрали. Вот там Монтастайл Сайлент уже себе приобрел. У него 2200 сверху. Как ему от всего этой обезопаситься? Я, честно говоря, не очень. Неужели сразу идти в Тараску? Или приобретать себе Баттерфляй, пока нет никакого МКБ у Кфени и планов на МКБ нет. Наверное, есть такие варианты. Сайленс, Манта Стайлом. У него есть гем. Поэтому Фэби в соло он запиливает. Надо, наверное, с Башером тоже что-то подумать. ХП будет дополнительное. И, опять же, дополнительная дамага. Это отхил. Тимак просто должен бить. Ну, тут и БКБ, наверное, не лишним будет, чтобы не контролили Сайлента. Ему это важно и нужно, но тут куча вариантов, чтобы добиться этого. Либо это, ну, чтобы контролили, чтобы тебя не контролили, конечно, один вариант, это Black King Bar. 2800 на руках уже у АМа. Алоха Дэнс приобретает себе что-то там на медальону в Кураж. Йоко уже с Глиммер Кейпом. Есть Аркан Буци, есть Мека, надо думать о Гвардиан Грифс. Бейн вообще лоу-лоу-лоу-лоу-лоу. 2700 Always on a Fly, Бейн тут провальный получается, конечно, 5-6, хотя и неплохо так, но с другой стороны эти 5 фрагов могли бы Резолюшну, например, достаться. У Резолюшна есть Блэкинг Бар. Прыжок на Кио, начинает нарезать по нему, Сайлент разворачивается и уходит. Марш побежал на Флая. Флай не успевает сон отправить, и Флая просто сжирают. Ульта пошла от антимага. Здесь минус Кио, Сайлент начинает напиливать дальше. Под извардом стоит Сайлент. Надо упрыгивать, проходит Баш, и антимаг под касками здесь просто так жестко огреб. Минус 2 делает команда MVP. Антимаг, надо бежать отсюда. Не надо бить крипов антимагу, надо бежать отсюда, антимаг. Инвиз, на нем трека не было. Все, Сайлент отсюда уходит, а вот Алоха Дэнс никуда отсюда не денется. MVP Феникс делает минус 3. Сайлент пошел фармить дальше. У Сайлента появляется Иглсонг. Это Баттерфляй будет для АЭМа. Как там дела? Там уже Аганим готов. Ай, у Вич-доктора уже готов Аганим. И Рошана команда MVP Феникс заберет. Сайлент дальше фармит. Резолюшн в том файте, я так и не понял, по-моему, не умер. У Резолюшна 2500 на руках. Не знаю, дезолятор, наверное. Демон Эдж приобретает себе Темпор Ассасин. Наверное, криты сразу на всякий случай. У Сайлента 1400 на руках. У кого гем? Потеряли гем. Гем потеряли, ну, чего еще можно было ожидать? Слились просто. Empire, они пошли и нафидели. Они не могут просто так драться. Но оно неинтересно. А вот пойти отдаться, это, знаете ли, в этом есть некий лоск и шик. Я им бежать отсюда, и всем отсюда бежать. Always on a Fly 7 раз умер. Алоха Дэнс тоже частенько так. Йоку насливался. Алоха Дэнс на мидлейне. Резолюшн отсюда упрыгивает. Все должны отсюда идти.
Флай, конечно, жуткий по фарму. 2400 у него, 4500 у Алоха Дэнса. И там 5200. Нац, Фэби 7200. Треки треками. Ну, кстати, ни хрена не появляется у Фэби уже на протяжении минут 10, наверное. Антимаг 2700 через, я не знаю, через меньше, чем через минуту. 30-я минута, должен появляться уже вот-вот. Баттерфляй. Все, у Сайлента есть деньги на бабочку. Он не оставляет себе денег на байбек, но на бабочку. Деньги у него есть на мидлейне. Конечно же, зацепили всех. Йоку отправляет Найтмэн. Йоку тамбу ставить, наверное, не будет. Йоку в сноубол прячется. Тамба есть от Йоку или нет? Йоку! Поставь ты томпстон. Йоку просто разваливает. Антимаг приобретает себе все необходимое. Антимага просто сейчас разваливают. Все, антимаг отправляется в таверну. Баттерфляй купил. Байбека у него нет. Это минус сторона у Team Empire. Алоха Дэнс будет здесь, как я понимаю, дефать с резолюшеном. Это не так-то просто. Но попытка есть. В принципе, и у антимага нет байбека. Об этом должны знать игроки команды VP Phoenix. Они не видели там, конечно, никаких бабочек, но понимать об этом должны. Пытается отброситься чем-то Алоха Дэнс. 60 секунд не будет антимага. Это такая тупистная вообще ситуация. Мидлейн сыпется. Главное не подставляться. Мидлейн на 31-й минуте. Пусть сыпется. Ничего страшного. Флай здесь, резолюшн здесь. Сон никого не отправляет. Просто айшардом отбрасывает. Даже думать нехрен. Все, убили один барак несчастный. Если бы полились все, то развалилось бы все. Здесь стоят Т2. Что там? Пусть сыпется этот мидлейн. Класть вообще на него. 5К выигрывает команда MVP. По экспириенсу MVP выигрывают 1000. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Ух, неприятно, конечно, там слились, но и опять подставились. Йоку, Алоха, Дэнс опять пошли через центральную линию, не через свои леса. Никак, через реку просто идут бурлаки. Алоха Дэнс фармит под хайграундом, а ему тут не дадут просто так пофармить, я так понимаю. Сайлент продолжает здесь фарм. И летит уже на свою базу Сайлент. Увидели игроков команды MVP. Понятно, кто куда. Тут с хайграунда вообще нельзя спускаться. Никоим образом. Кьюо зашел немножко, посидилу подавал и ушел. Есть Аганим здесь, есть Бладстоун. Кьюо, конечно, дамажит уже очень жестко. По трекам антима. У него 1700 хп, вот это действительно безусловный минус. Always on a fly будут сейчас ловить. Прыгает Сайлент на Кьюо. Сайлент под Дезвардом стоять нельзя, там уже так друг на друга просто топают. Сайлент, лоу хп. Сайлент, где ты? Антимаг упрыгивает отсюда. Ух, на каких дичайших лоу хп Сайлент оттуда ушел. Лоу хпшный Фэби. Резолюшн продолжает нарезать. Прыгает антимаг. Антимаг пилит у нас к Фене. Если сейчас убьют Фене, то будет очень круто. Ульта пошла в него. Кьюо лоу хп. Дальше за Кьюо. Кьюо без Аэги уже. Дальше за Нацом прыжок. Еще один Нацу под сраку. Нац отваливается. Байбек от Фэби. Байбек от Фантом Лансера. ПЛ сейчас будет лететь сюда. Кьюо под ноги лайтстрекеры. Не попал. Минус 4 от команды Empire с двумя байбеками. Денег нормально здесь. 2.60. Байбек был от Резолюшена. 4.600 по экспириенсу. Марш отсюда убегает. Сторона стоит. Тавер наполовину битый. Сайлент не потратил ничего. У Сайлента теперь есть байбек наконец-то. Это же жестянка какая-то. На каких соплях там Сайлент упрыгнул. И в Глиммер Кейп его бросили и подхилили. Но если бы Сайлент умер, то в принципе дота бы закончилась на тот момент. Там реально камбэковых ситуаций не было бы уже. Так, Net Worth. 22.300 у Сайлента, у Кьюо 15.200, 15.200 Фантом Лансер. Но у него ни хрена нет. Ну, Манта Стайл, Диффьюжал Блейд и Талисман оф Эвэйшн. Здесь вроде как получше немножко ситуация. 3.200 есть у Сайлента. Ну что, ты будешь покупать Ривер? Да, будет покупать Ривер Сайлент.
Надо переживать про каст, даже если вдруг подставится, про каст надо переживать, иначе Сайленту тут просто задница полная. А его будут ловить. Но БКБ он не собирает, хотя потому что БКБ-то, конечно, МВП переждут. Тоже ведь не дураки. Пьё 9 зарядов в Бладстоуне. У него есть дагер, у него есть Ю. У Вич-доктора есть Аганим. Да и все, в принципе. Здесь мы видели. Баунти Хантер тоже с даггером. Спирит Брейкер, Солар Крест есть. БКБ 10-секундного марша появляется. Так, пошел разгон. На резолюшн. Резолюшн должен делать даггер аут. Темплар Ассасин пытается убежать. Здесь есть Т2. Темпларку отпускают. Сразу ТП сейф. Сейф ТП от Бейна. Отпустили. Сайлент. 1100 на руках. Курьер талисманов Evasion уже полетел. Солар Крест готов у Алоха Дэнса. Спасать Тиму можно будет. МКБ никто там не тарит. И даже не планирует. Так, графики. 5к MVP Феникс. По золоту. И по Experience Empire немножко впереди. Антимаг приобретает себе Vitality Booster. Остается 1200. О, по-моему, замес начался у нас в лесу. Антимаг прыгает на лоу граунд. Побежали из-под тамбы игроки команды MVP Phoenix. Неужели под диктовку Empire будет этот матч проходить? Марш прыгает у нас прямо под тамбу. Алоха Дэнс, так, где Silent находится? Silent в это время не знает, кого нарезать. Тут просто эти иллюзии нон-стоп на Барша. Silent прыгает дальше по QO, QO в таверну. Минус 2 уже, минус 3 со стороны команды MVP Phoenix. Йоку лоу хпшный. Silent начинает резать Марша. Ой, как тяжело резать Марша. Здесь просто жесть. Silent'у надо упрыгивать, Silent улетает вниз. Так, байбеки. Есть байбек у Йоку. Silent в это время фармит дальше. Ну, Silent'у что-то надо продавать. Наверное, с Владбером надо разбираться. Команда Empire подстряла просто жесточайшим образом по нижнему лайну. Двигается здесь к Фене, Фэби, Марш. Сайлент, скорее всего, будет продавать Владмир. Он до одного места здесь на самом деле, этот Владмир. Он как-то что есть, что нет. Разгон по одной из иллюзий. Сайлента не поймали. По нижнему лайну будут заходить или нет. Йоку надо байбекаться. Эти 16 секунд, они того правда не стоят. Йоку надо байбекаться. Никакие артефакты здесь. 800к долларов не стоят, это точно. 8 секунд. Есть Cliff of Fortification еще. Так, пошел айшард у нас от Алоха Дэнса. На Сайлента все иллюзии, вообще все, что можно, впиливают. Т3 начинают разваливать. Йоку уже готов. Йоку на андайнге. Так, прыжок пошел от QO. Сразу же распиливают Олдус на флая. Чего еще можно было ожидать? Есть Тараска у антимага. Побежали. Где тамба? Не вижу. Тамба далеко. Тамба аж за бараками. Сайлента пытаются поймать. Сайлент дальше за QO. QO летает в ветрах. Дезвард по Сайленту. Фэби лоу хпшный. QO тоже лоу хпшный. И просто не догнать у Алоха Дэнс. За QO. Ну и минус Always on a Fly. Все живы, кроме Наца. Сайлент в это время пилит Марша. Марш лоу хп. Марш должен умирать. Догоняют его. Фэби тоже лоу хпшный. Марш, да дайте вы ему под задницу. Марш в таверну. Фэби спрятался. Минус 2 от команды Empire. Сторона стоит. Фени на вражеском ХГ. Фени пытается улететь отсюда. Флай его не видит. Ну и все. Флаю надо бежать от иллюзий. Просто бежать от иллюзий. Ой, Сайлент. Ё-моё, что за команда у тебя? Сайлент. 1100 голды после Heart of Tarrasque. Команда MVP просто кайтит. И они будут пушить так до усёру просто. Они будут постоянно это делать. Они будут разводить, мансить. Они будут заходить по двум сторонам. У них есть для этого варианты. Там Лина как из пулемета будет стрелять чуть попозже. Там Phantom Lancer просто иллюзии туда отправляет. И эти иллюзии делают иллюзии, которые делают иллюзии, делающие иллюзии. И с ними хрен справишься. Появляется уже Butterfly. Сайленту надо думать о МКБ. Тимак в соло. Куда ты? Куда на тавер-то, а? Каски полетели по нему. Сейчас его в Ю будут поднимать. Лайтстрекеры под него. Задувают в него все. Сайлент. Бежать отсюда. Ну и Always on a Fly уже здесь. Сайлент. Неужели получится уйти отсюда антимагу? За ним бежит Фени. Ну и все. Антимаг приехал. Антимаг в таверну. Гляньте, что с байбеком у антимага. Это Т1 по нижнему лайну надо было сносить. Байбек у АМа есть. Откуда деньги, кстати?
Не было же байбека. Что за читня? Байбек от АМа. Все, все сразу произвели смоки и валить Always on a Fly, конечно же, подставляется. Fly, конечно, в этой игре просто печаль какую-то нагоняет. Иллюзии все об этом знают. Fly не будет, значит, не будет финсгриба. Бейн просто исключен из этого файта. Решили подраться. Йоку, лоу хп-шный, тамбу Йоку не ставит. У Йоку нет байбека, а Алоха Дэнс здесь дерется. Резолюшн в БКБ наваливает по Нацу, где в это время Сайлент. Сайлент в таверне. 118 секунд не будет Сайлента. Резолюшн тоже у нас, скорее всего, отъезжает в таверну. Ну и здесь Фэби просто с маршем распиливает. Минус 5. Вот команда MVP. Сразу же сюда летит Фени. 102 секунды не будет антимага и... Байбек от Резолюшна. Резолюшн будет драться здесь. Шоу Флай будет драться. Алоха Дэнс тоже байбекает. Дальше за Кфени. Где Резолюшн? Прыгает на Кфени Резолюшн. В него врыв марш. На Флая марш. А Финквик ловит Always on a Fly. Вкатывается в него Алоха Дэнс. Марш лоу хп-шный. Алоха Дэнс лоу хп-шный. Нет, не Алоха Дэнс, а Флай. Йоку через секунду. Ну, будут еще стараться, по крайней мере. Последний тауэр. Т4 MVP Феникс Спирит. Здесь Undyne гоняет по базе Фэби. Bounty Hunter просто будет разводить, пока Т4 будут падать. Еще одна сторона стоит. Антимаг через 60 секунд. Фиди фармили всю игру, чтобы так отдаться. Падает Т4. Это ГГ ВП. Команда MVP Феникс проходит дальше по турнирной сетке, а Team Empire заканчивает свою игру на позиции 9-12. Команда Empire на нижней сетке на втором раунде проигрывает коллективу MVP Phoenix и остается на отметке 12. Вот они, 12, которые были в том году, теперь в этом году идентичная история. Невероятно жаль, но что ты с этим в принципе сделаешь. Команда Empire проигрывает, там по фарму, естественно, все было в пользу команды MVP Phoenix. Как ни боролись, как ни старались, один Silent взял и не вывез катку. Нельзя надеяться на одного героя, и когда во многом по всем фронтам команда проигрывает, там, конечно, вариантов для засейва своей базы практически никаких. Ну что, друзья, тогда небольшой перерыв, услышимся через совсем чуть-чуть, у нас небольшая пауза и... Завершающий матч сегодняшнего игрового дня. Команда Cloud9 будет играть против коллектива Vici Gaming. Все, до связи, далеко не расходитесь.